Друзья, всем привет. Ответ для Марии. Мария, приветствую вас. Вопрос такой. Здравствуйте, Анзор. Если не секрет, какая цена за клик на ваших видео? Второй вопрос. Почему при большом количестве видео цена клика сильно падает? На YouTube на данный момент у меня цена идет 1000 показов. Это от 6 до 7 долларов. То есть 6 чем-то долларов. На сайте... Я не могу точно говорить, какая идет цена, но бывают клики, которые 10 центов стоят, бывают клики, которые 50 центов стоят, бывают клики, которые 1 доллар и 1,5 доллара и 2 доллара. Вообще, насколько я понимаю, это все зависит от тематики тех видео, которые вы загружаете. Допустим, на сейчас, вот на данный момент, как я уже говорил, 6-7 долларов за 1000 показов у меня идет. Но эти 1000 показов, цена может быть как 1 доллар, так и 2 доллара, так и 3 доллара. Так и 6 и 7 долларов, как сейчас. Но я думаю, что может быть и больше. Все зависит от той самой тематики. На данный момент, если вы смотрите мои видео, я перед своими видео стал ставить такую вставку, скажем так, путешествие по, и там идет, допустим, путешествие по Германии, путешествие по Голландии, путешествие по Франции и другим странам. То есть я везде ставлю слово путешествие. Почему? Потому что, во-первых, у меня сама по себе тематика – это путешествие, но я ее еще подчеркиваю тем, с этим словом, этим названием. Естественно, оно пробивается, и сейчас лето, а так как сейчас лето, большое количество людей едут отдыхать, естественно. И, естественно, большое количество турагентств пытаются свои услуги впарить, то есть тратят деньги на рекламу. Естественно, эта реклама – это и есть те деньги, которые мы получаем. Вот, поэтому сейчас из-за того, что лето, цена клика, цена показа возрастает, но автоматом падает количество людей, которые смотрят, потому что лето, все на морях, то есть зимой всегда больше, чем летом, такие дела. Вот, поэтому если делать вывод, то вывод такой, второй вопрос, сейчас, секунду, вот то, что почему при большом количестве видео цена клика сильно падает. Я не думаю, что при большом количестве видео цена клика падает. Мне кажется, что все-таки цена клика не зависит от количества видео. Цена клика зависит от качества видео. То есть от качества и, естественно, от тематики. Если вы будете снимать про те же, допустим, путешествия, то, допустим, вот примерно так представим, что вы снимаете про путешествие, и у вас цена клика может стоить 50 центов, к примеру. Если вы будете снимать про недвижимость, которая уже все-таки дороже идет, ваша цена клика может быть, допустим, пускай доллар, это я сейчас просто условно беру, чтобы было понятно. А допустим, вы снимаете там про чай, про кофе или про поэзию, к примеру. Если про поэзию, то, естественно, цена клика может быть 10 центов и даже 5 центов есть. То есть такие разные варианты. То есть зависит от тематики, которую вы предлагаете. Естественно, чем больше смотрят, то есть рекламодательный, как вы понимаете, автоматом, реклама сама автоматом находит тематику. Если ваш ролик о недвижимости, то, соответственно, и о недвижимости будет. Также еще зависит такая вещь, то, что Google и Яндекс делают не просто по тематике вашего видео или по тематике вашего сайта, они еще стараются делать по тематике того, что вы искали. Допустим, примерно у вас видео, допустим, о цветочках, например. А до этого человек сидел в интернете и искал какие-то другие вещи. Вот он их искал. Естественно, Google, поисковик, все это запоминает. В конце он попадает как-то к вам. Но вот эта реклама ему выдает то, что он до этого искал. И он раз, кликает на рекламу, которую на вашем видео. Если он до этого искал недвижимость, к примеру, и на вашем видео про цветочки выскочила реклама про недвижимость, так как он ее искал, естественно, ваш клик будет дороже. Если же до этого человек искал про ту же поэзию, к примеру, а вы там поставили супер видео про недвижимость, то есть как бы с дорогим посылом, скажем так, но если он до этого искал про поэзию, он попадает к вам, и если у него внизу становится реклама про поэзию, то, конечно, если он кликает на нее, то, естественно, его клик будет самый маленький, там 10 центов, может 5 центов, там 3 цента, в общем, минимально, скажем так. То есть цена от количества видео, как мне кажется, опять-таки я не буду это утверждать, я так думаю, вот, не зависит, зависит от качества и от тематики. Поэтому делайте в любом случае ту тематику, которую вы делаете, естественно, но и подчеркивайте ее. То есть там, если вы о тех же путешествиях снимаете,
говорите о путешествии. Если вы о недвижимости снимаете, говорите, что недвижимость, чтобы было понятно, чтобы более лучше было пробивалась она, и, естественно, реклама становилась под вашу тематику. Такой вот вопрос, ответ, Мария. Если что-то непонятно, задавайте, спрашивайте, по возможности буду отвечать. Также, друзья, если есть какие-то вопросы, заходим на сайт anzor.tv, раздел «Вопросы», и все, что вас интересует, спрашивайте. Пока все, смотрите Anzor TV, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.